Привет и добро пожаловать на мой канал! У меня после дня рождения осталось очень много приятных подарков. И я хочу открыть их вместе с вами. И с чего же мне начать? А начну я, наверное, с того, на что смотрю. Вы, наверное, уже догадались. Это мой новый телефон. Я снимаю на него новое видео. Этот подарок мне подарили мои родители. Я хочу сказать им большое спасибо, что они воплощают мои мечты в реальность. Следующее, на что я смотрю, это мой новый штатив. Спасибо Фатиме и ее мужу за то, что они мне подарили такой клевый штатив. Вы бы видели, как я радовалась и целовала этот штатив. Вы бы видели, какой он огромный. Он выше меня ростом. Он такой огромный. Теперь я могу снимать видео где угодно. Что же мне тут еще такого показать? О, так тут же такая огромная голова лежит. Вот это вот такая огромная пиньята, которую подарили мне родители, а наполнили эту пиньяту бабушке и дедушке. Эту пиньяту я разобью с друзьями. А как я ее разбивала, вы можете посмотреть в предыдущем видео. Следующий подарок от бабушки Раи и дедушки. Давайте посмотрим его поближе. Оригинально, оригинально. Обычно денежки ложат вот такой вот конвертик, а тут прям целый шедевр. Денежки скрученные в трубочку и сложенные как цветочки. Сколько здесь, я вам не скажу, но купюры большие. Давайте смотреть следующий подарок. Следующий подарок от бабушки Ори и дедушки. Этот подарок я очень давно хотела. Я видела в интернете куча видео и говорила: мама, ну купи. И вот наконец-то эта коробочка у меня. Круто, спасибо вам большое. Как я уже и говорила, я сниму распаковку я отдельным видео. Идем дальше. Этот подарок от моей двоюродной сестры и крестного. Он очень крутой. Если ты меня смотришь, Ангелина, привет! Давайте мы его откроем и рассмотрим поближе. Достаем сумку. Вау, посмотрите, какого она красивого фиолетового цвета. Такие сердечки, цветочки с сердечком. Посмотрите, а здесь нужно разрисовывать. Тут такие маки крутые. Точно буду разрисовывать. Сумочка, бомба. Давайте посмотрим, что тут еще есть. Так. Достаем. А здесь у нас краски. Так, как их достать? Вот такие вот краски радужные. Яркая, модная, блестящая. Вот такая вот сумочка. Называется «Почувствуй себя дизайнером». Глиттерные пленочки, акриловые краски и кисточка. Вот это я шедевр создал. Круто! Я все сумочки разрисовывала всегда фломастерами. А тут прям краски. Круто! Обязательно разрисую и буду ходить. Спасибо большое! Положим сумочку и положим сумочку на место. Вот так. Следующий подарок, который я вам хочу показать. Знаете, мне никогда никто такой подарок не дарил. И это вот такая вот картина. У меня в комнате ни одной картины нет, ни одной моей фотографии. А тут прям такая огромная картина со мной. Спасибо большое Лере и Злате за такой крутой подарок. Теперь нужно придумать, куда мне ее повесить. Следующий подарок от моего любимого. Посмотрите, как он красиво запакован. Написано «С днем рождения». Давайте откроем. Приклеим. Мне так интересно, что же там? Хочу быстренько открывать. Это экшн-камера! Посмотрите, это экшн-камера!
и пиши. Вау, круто! Сейчас обязательно будем его тестировать. Чиз! Кстати, почему это кнопочка? Это. Вау! Тут сколько всего непонятного. О! А у меня идея, Леша! Ты придешь ко мне в гости, и мы снимем обзор. Как тебе такая идейка? Я как раз разберусь с этой камерой. Друзья, а вы хотите обзор на эту камеру? Пишите в комментариях. И я для вас отдельным видео сниму этот обзор. Ну, такая легкая. Этот подарок от Златы и ее мамы. Вы сейчас увидите, какой он блестящий. Я тебе ставлю сначала маленькую. Да, обычная шапка. С переливашками. Вы бы знали, как я люблю переливашки. И самое большое. Один. Мне очень нравится. Ну как вы? Лапуньки. И давайте теперь я достану. Вот это! Вы посмотрите, подушка-переливашка. Теперь я от этой подушки никогда не отстану. Теперь я буду ее вечно переворачивать, рисовать разные сердечки, картинки. Это моя мечта. У меня есть и кофта. И еще одна кофта, и теперь шапка, еще и подушка, и рюкзак. Это круто! Теперь вот это все мое любимое. И вот это. Спасибо большое, Злата. Давайте следующий подарок посмотрим. Так, это какая-то коробочка. Я люблю коробочки. Года представляет собой разнообразную яркую палитру впечатлений, которая способна радовать и удивлять своих обладателей. Давайте откроем и посмотрим, что же она нам предложит. Вау, круто. Давайте откроем. Интересно, что же будет. Мастер-класс дефиле. Мастер-класс фотографии. Гоночный симулятор Лонгер. Прогулка на Сигвей. Прогулка на гироскутере для двоих. Карамельный мастер-класс для двоих. Мастер-класс игры под бадминтон. Вау, это что-то очень интересное. Троллейный парк для двоих. Лошадка. Экскурсия на конюшню для двоих. А это правило использования подарка. Поздравляем, счастливчик! Вам достался самый лучший в мире подарок. Подарочный сертификат на впечатление. Как это работает? Очень просто. Вы выбираете одно из перечисленных и наслаждаетесь впечатлениями! У-ху! Тут столько всего интересного, я даже не знаю, что мне выбрать. Спасибо, Танечка, за такой классный подарок. Следующий подарок подарила Ульяна. Спасибо за подарок. Тут у нас крем с мишкой, который показывает лайк. Косметичка вот такая вот. Она такая красивая. Точно буду пользоваться. А внутри розовая. Она очень красивая. Гигиеническая помада Микс Берри. Обязательно буду пользоваться. Она с ягодками. Вот такие вот крутые, суперские подарки мне подарили друзья. Спасибо за то, что вы у меня такие классные. А вы напишите в комментариях, какой вам